Всем привет, с вами Галактики, мы продолжаем играть в RimWorld. В прошлой серии мы отбили целых две атаки, одну осаду и один штурм. В принципе, отбили довольно неплохо, остальные ребята сейчас уже погибают от голода. И я, наверное, им даже мешать уже не стану, потому что... Ну, мне просто некого отправить, по-моему, сейчас, или есть. Я хотел Вотерс отправить, да, может быть, у нее получится кого-то добить. И мы получим еще одного пленного таким образом, которого завербуем, и он будет у нас очередным рабочим. Так, что еще? В этой серии нам, ну, в принципе, работа у всех есть, фактически, да? Мы только ждем, почему все хавают здесь. А, тут стола нет, правильно. Стол еще не достроили, зато у нас готовят уже двое, строителей у нас уже двое, в принципе, от фермеров двое, дела идут весьма-весьма неплохо. Бедная Вотерс, к ней в дом все время ходят хавать. Единственное, что нам сейчас нужно уже будет расширять, да, строить еще кровати здесь. Ну, тут еще не построили. Даже строителей у нас три на данный момент. Правда, вот я вот думаю, что, наверное, зря я эти столы делаю. Но посмотрим. Так. Вотерс, ты издеваешься? Хватит спать. Иди поешь. Так, давайте мы вот так вот сделаем. Отлично. О, смотрите, хорошо. У нас есть столы. Я не знаю, попробуем сейчас отправить. Есть тут еще кто-то? Кто-то еще есть. Как у тебя, Вотерс, с ближним боем? 7. В принципе, неплохо. Поэтому ты пока иди сюда. Смотрим, что у нас тут. У нас... А еще мне почему-то кажется, что не получится сейчас сделать то, что я хотел сделать. Ну, мне ребята посоветовали сделать склад для еды. Вот это вот сделать склад для еды, для готовой еды. Вот так, склад, на который мы будем только... так, ничего. Изделия. Ой, так. Рационы и продукты. Рационы. Ну, вот эти рационы мне не очень нравятся. Питательная паста. Простая еда, хорошая еда и щедрая еда. Вот так вот. Попробуем. И приоритет мы поставим высокий. Чтобы сначала ложили еду сюда на столы, а потом ложили уже еду на этот склад. Ну, посмотрим, как сейчас это все будет работать. Кристиан пошел спать, кровать себе надыбал уже тут, молодец. В принципе, так, Вотерс на месте. Так, а ну-ка. Оу! Понятно. Один не пережил такого. Так, а ну-ка теперь ближний бой, давай. Давайте посмотрим, что он из себя представляет. Это нам не интересно. Еще один строитель. Строительство 8, в принципе, неплохо. Я бы не отказался от такого строителя. Давай, мочи. Мочи. Ну, только не убей его, пожалуйста, Вотерс. Только не убей. Только не убей. Главное, чтобы Вотерс не убили. Блин, он не хотел терять сознание. Я старался как мог. Еще один строитель, который стрелять любит. Так, это док там живой ходит? А, смотрите, у нас док лежит. Док. Пойдем сейчас попробуем. Орион, что ты за железом пришла? А. Стоп, Орион, у тебя ничего нет? Возьми миниган. А, она только в чувство пришла. Воу-воу-воу-воу-воу, а теперь, Орион, уходи. Уходи. Стрелять. Раз ты, Орион, пришла уже сюда, будешь тут шутеру наводить. Вас. О, еще один, смотрите.
Стоп. А, не достаем слишком быстрая скорость. Давайте сюда. Блин, да что ж такое? Какой он бронированный. Так, и еще один. Где-то был тут, нет? А, он далеко. Я трогать его не стану. Мы лучше возьмем захватить док. Док, причем он у нас ученый, да, насколько я понимаю. А, вот он. А, и он еще и в этой, в броне. Исследование у него 13. Ну, исследование нам не особо нужно, но я не откажусь от лишних рук. И возьмем вот этого товарища тоже. Строительство, в принципе, фермерство, я думаю, пойдет. Пойдет то, что надо. Еще двое. Отлично, отлично. Сейчас мы их накормим, напоим. Фух, это круто. Это круто. Главное, чтобы они дошли, и главное, чтобы их сразу... Можно даже теперь сделать, чтобы и Орион тоже у нас занималась надсмотром. Так, ремонт, строительство. Она, в принципе, ничем особо больше и не занимается. Вот. Ну, пойдет. Пойдет. Главное, чтобы они дожили. Потому что они сейчас теряют кровь. Это ничем хорошим не закончится. Работорговец покинул зону связи, но нам, в принципе, работорговец уже не надо. У нас сейчас, возможно, если мы успеем захватить этих двух ребят, то будет целых 12 человек в колонии. Я, правда, не помню, там мне ребята писали страшные вещи о том, что у нас есть ограничения на количество людей в колонии. Если много людей получается, то народ потихоньку начинает с ума сходить. Мне так писали, не знаю, насколько правда. Но вроде бы даже эта информация была на Вики. Что? Они сдохли вдвоем, да? Они вдвоем сдохли. Да. Не успели. Не успели. Эх, ладно. Так, ну у нас есть еще одна. Давайте мы... Кому? Геральду. Кто у нас вообще из ребят воюет хорошо? Еще разок мы глянем, я уже не помню. Помню только... Ну вот, стрельба 8, вполне. Ближний бой 10. Так что ты заслуживаешь силовую броню и оружие какое-то более серьезное. Ну ладно, будешь пока с Энфилдом ходить. Не успели, вот буквально чуть-чуть не успели. Ну да ладно. Не столь страшно это. Ой, смотрите, как красиво получается, да? По-моему, очень даже красиво. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 16 рационов, да, помещается сюда. Очень хорошо, очень хорошо. Но почему-то все равно хавать ходят к Уотерс в комнату. К сожалению. К сожалению. Сюда можно еще по одному столу поставить. Так, один хотя бы, да, и... Ряд стульев. Хм, в принципе, можно еще один стол поставить. Это будет больше еды помещаться сюда. Или куда-нибудь вот сюда, может быть, стол поставить. Или. Ладно. Это мелочи на самом деле. Это такие вещи, которые не особо принципиальны. Вон, давайте лучше мы М24 возьмем и выдадим... Шонжа. Шонжа. Сложное имя. Для меня очередное сложное имя. Так, ты пойди возьми себе сразу, хватит спать. На том свете выспишься, как говорится. Возьми-ка себе вот эту вот штуковину. Ты с ней будешь лучше смотреться немного. Блин, жалко, мы не донесли двоих ребят. Так, печку мы включили, да? Кстати, стоп, Кристиан голый. Кристиан голый, надо его одеть, а то как-то... Не спортивно, что ли? Так, ой, отлично. У нас проводочка появилась уже здесь, да, через двери прошла. Кристиан, ты иди-ка ты лучше оденься, а то ходишь голый такой, а я даже не обращаю внимания. Вот одень плащ. Или давай куртку лучше черную. Потом, что ты можешь еще одеть интересного такого? Черную футболку, черную, серенькую такую даже. От силы. И бронежилет бы тебе, конечно, выделить.
А, вот есть бронежилет, одень бронежилет. Хорошо. Хорошо. Так. Окей. Теперь давайте разберемся с вот этим верстаком. Добавим задание верстаку. И разобрать механоид, да? Настройки. Так. А, ну, в принципе, только разобрать механоидов мы здесь и можем. Ну, в принципе, бесконечно разбирая механоидов. Окей. Так, кто там торговец оружием? Это интересно. Так, пленных у нас нет. Значит, сейчас... Вайс Уотерс кто? Кто-кто? Орион. Где? Орион. Геральт. Кстати, у нас тут еще один ходит до сих пор. Он никак с голоду не умрет. Так, где у нас Орион? Меня уже очень она интересует. А, она спит. Все, хватит спать. Связаться... Правильно? Да. Посмотрим, что продается. Мы можем продать как минимум вот эти вот штуковины. Да, вот так. Оп. Получим 400 монет. И можем пилу. Давайте он М24 еще одну купим. Продадим Ленфилд. Он слишком слабенький такой. И, наверное, я не знаю, дробовик еще. Нет, пусть будет дробовик. Пусть дробовик один будет. Так, что там пишут? Одна из лун начинается затмение. До лампочки затмения совершенно. Еды у нас хватает. Хорошо, мяса тоже хватает. Но можно пойти дальше на охоту. Так. Охотиться. Что у нас тут есть? На кого мы можем поохотиться? Никого нету мы всех. Заохотили уже. Там целое стадо муфала есть, но это такое дело. Давайте мы разберемся с горой трупов, наверное. Посмотрим, во-первых, может у кого-то из них пушки заберем тоже обязательно, потому что это все-таки деньги. Так, может у кого-то из них еще есть... Ну, по-моему, нету ни у кого. Силовая броня. По-моему, ни у кого нет силовой брони. А зря. Зато есть целая гора железа. Есть целая гора рационов, которые я, в принципе, хочу забрать. Хочу забрать. Но у нас тут еще по дороге один товарищ не очень хороший валяется. Ну, он еще не валяется, но скоро будет валяться. Давайте мы ему поможем. Вот Левин у нас как раз идет. Левин, Кристиан у нас не по тем делам. Добрый, мирный Кристиан. Так, давай-ка сюда. Отлично, красавец. Так. Все, занимайся своими делами. Не знаю, чем ты там занимался. Мне, в принципе, это не особо важно. Так, хорошо. Теперь смотрим, что у нас по строительству. По строительству у нас все уже достроили. Ну, практически все достроили. Но сейчас, наверное, железа нехватка у нас идет, да? Да, похоже на то. Хотя нет, смотрите, тут еще есть немного железа. Поэтому... проблем нету с железом. Так, мы можем теперь назначить кого? Шейрона опять убрать ему строительство и приказать ему немножечко покопать, потому что у нас есть что копать на самом деле. У нас довольно много здесь железа. Давайте только посмотрим, где у нас ближайшие залежи. Наверное, вот этот все-таки ближайший здесь. Давайте не будем так горячиться и копать все, аж прям всю гору. Угу. Так, хорошо. И сразу разметим новые
Так, 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 так. Могилы, кстати, можно поубирать все. Разметим, во-первых, производство еще разок. Плавильня. Извлечение металла, требуется металлолом, требуется много энергии. Вот эту вот замечательную штуку мы тоже поставим где-нибудь здесь. В принципе, можно убрать уже вот этот вот стол исследовательский. Если... Ну, я не думаю, что что-то появится здесь, поэтому давайте мы его уберем, поставим здесь плавильню. Так, и дальше, дальше, дальше. Смотрим. Во-первых, здесь нам нужна мебель еще. Нужно поставить кровать, кстати. Нет, поставлю деревянную кровать. Деревянную кровать, говорю. И, наверное, я даже не буду им ставить... Лампу поставлю обязательно. Не буду ставить пока столы, потому что, может, даже я захочу избавиться от вот этих вот столов. Так, теперь давайте мы проведем... питание ко всем домам, потому что у меня многие дома без света сидят сейчас до сих пор еще. А это как-то не круто. Так. Как-нибудь. Вот так вот. Так, здесь... Турель строится, здесь уже не строится. Окей, сейчас мы... Какие-то у нас тут хитрые такие были, да, махинации с проводкой. А, смотрите, главное, что все достроили, все дочинили, да, доделали. Только лишь осталось... А, нет, не все. Вот тут вот что-то у нас поломанное. Не знаю, что тут и как было. Пусть будет как-то так. Теперь давайте мы построим снова турели. Обязательно снова турели на каком-то вот таком расстоянии, потому что они взрываются очень больно. Даже как-то вот так, может быть, я даже не знаю, посмотрим. Вот. Здесь еще одну построю. Так. Давайте сюда одну. Сюда. Ой, прям на камень поставил. Не так хотел сделать, но да ладно. И, наверное, еще и вот сюда даже одну, потому что тут тоже многие хотят сюда пройти ко мне. Так. Оградим их немного мешками с песком. Ну, я даже не знаю, как-нибудь... Вот так. Сильно можно не изощряться, потому что приходят суровые ребята с гранатометами, с миниганами, и, собственно, толку от этого всего немного получается. Так, ага, через проводку мы ничего не можем сделать, да? Печально, ладно. Давайте хотя бы... Вот эти тоже еще окружим. Даже, наверное, я их полностью со всех сторон окружу. Угу. Тебя тоже со всех сторон окружу. Тут у нас еще турелечка есть одна маленькая. Здесь еще одна. Так. Тут... Это явно лишнее, ну ладно. Тебя окружим. Тебя, кстати, надо здесь еще и провести... энергию. Так. А, в принципе, сюда энергия доходит. Просто нужно сюда было довести. Ну, ладно. Давайте еще как-нибудь вот так соединим. Окей. Окей, окей, окей. Вроде бы... А, давайте еще. Оп, мимо немного. Как-нибудь вот так вот сделаем. Как-нибудь вот так, на всякий случай. Так, хорошо. Ну все, вроде хотя бы одна линия обороны есть. Можно будет потом еще здесь сделать еще одну линию обороны. Кстати, вот еще у нас тут турельчика есть. Давайте мы
ней тоже подведем проводку. И тоже ее мешками с песком окружим. Хотя... Ну, хоть как-то окружим. Хотя можно, в принципе, да, проводку до сюда и не проводить на самом деле, а вот так вот убрать на самом-то деле, да, и просто окружить таким образом. А, ну, тут уже проведена, я ее ломать не буду, поэтому пусть будет, как говорится. Все, включаем, наконец-то скорость. Мы наметили хотя бы кое-какую оборону. Я думаю, можно еще парочку турелей здесь поставить. Одну сюда и одну сюда. Ну, потому что здесь с обороной у меня совсем плоховастенько. Так, хорошо, проводка есть. Вроде бы дело идет. Так, печку пока никто не строит, но это такое дело. Давайте посмотрим, у нас сейчас 10 человек, да, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, у меня 11 домов, еще, в принципе, можно сюда 12 даже поставить будет, но пока что я не буду ставить 12 дом, хотя, во-первых, можно сразу же разобрать вот эти две кровати, я думаю, да, быстрее построят, а, ну, тут вот, как минимум, у меня вот две кровати есть, не занятые, вот. И это как раз 11-е, которую будут строить. Ну, запас на одного человека есть. Есть еще комнаты дополнительные, на всякий случай, если вдруг что. Если кому-то надо будет спать прийти. Так, еще я хотел вот здесь вот, наверное, так вот провести энергию. Вот. По-моему, хороший у нас такой городок получается. Даже не просто городок, а город. Давайте только сейчас еще глянем. А, Waters, по-моему, она отдыхает. Нет, не отдыхает. Waters. Вот она. Охота. Охота, ремонт. Ну, я надеюсь, что... что где-то она охотится. Меня давно ребята просят оградить склад. Да, вот. Ну, чтобы вредители не жрали мою еду. Но, если честно, как-то все руки не доходят. Да и не то, что руки не доходят, а просто... не знаю, просто не хочется мне ограждать его, и все. Ну, вот не хочется, ну не хочу я строить здесь стенку, это будет некрасиво, и надо места здесь побольше, тогда, может быть, можно было. Можно, правда, склад отдельный сделать, отдельный там для древесины где-нибудь, да, допустим, сюда выложить его. А это, в принципе, идея. Ну ладно, давайте мы разберемся сначала с более... Мне нравится, как Waters охотится. Очень хорошо. Кстати, давайте сейчас мы еще проверим, когда бум-крыса взрывается, пропадут ли вот эти вот вещи у нас. Или не пропадут. В упор попасть не может. О, хорошо, молодец, красиво. Так, что там, ребятки? Трупы потихоньку сносят. Потихонечку и оружие, там железо, у нас тут целая гора есть, да, так что у нас проблем быть особых не должно. Так, Шейрон тут уже выкопал, давайте мы продолжим, копать, вот это мы копать не станем, оно неинтересно, просто камень ковырять. Так, и можно даже подумать о дополнительных каменных стенках, я думаю. Давайте мы... Так, кто там, что там? Торговец оружием, еще один. Это интересно, где Орион? Орион или, я? Ну, в смысле, не я, а просто Антон. Орион, наверное, где-то там что-то таскает. Антон решил поспать пойти, но нет, подожди. Давай ты свяжешься с... вот этот вот... Лупо. Торговец Лупо. И мы продадим ему, во-первых, еще у нас есть тут целая гора. А, я, по-моему, на трейд не нажал, когда в прошлый раз... А, вот здесь я на трейд не нажал. Здесь нужно на трейд нажать. А дальше Пилум, Ленфилд, М24. А, нет, все правильно. Все есть. Хорошо.
Еще серебро. Отлично. 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 Так, лампочка. Все, пока строится. Можно это закрыть. Торговец оружием нам уже не особо интересен. Вообще можно теперь попробовать построить стенку где-то. Где-то как-то вот так. Я даже не знаю. Вот так вот оградить стеной себя. Вот так взять и оградить. И вот тут потом оградить. Но мне на самом деле не нужно столько территории. Мне почему-то кажется... Я на паузу помножил, да? Так, ребята, а что вы их хороните? Я не понял. Что происходит? Энергия есть. Сжечь тело. Блин, они первым делом в могилы несут. Ну ладно, главное, что время не тратят на закапывание и выкапывание, поэтому не страшно. Не страшно, они сейчас принесут сюда, остальных сожгут, потом этих будут зажигать, так что нормально. Так, по-моему, у меня появился еще один лишний охотник. Давайте мы его уберем с охоты. Нам не нужен этот охотник совершенно. Строитель, вот строитель, это хорошо. Двое строителей наших. Так. Ну, в принципе, меня устраивает. У меня все работают, все чем-то заняты полезным. По два человека на каждое занятие. И да, с едой тоже все хорошо. Кто-то еще к нам решил в гости прийти. Местные аборигены какие-то. Интересно. А, это Вайс. Я думал, это абориген. Подошел, пошел, забрал железо такое, без печали совершенно. Но нет, это была Вайс, нормально. Так. Геральт спит пока что без света в комнате. Вместо того, чтобы построить себе лампочку нормально и провести проводку. Ну, Кристиан зато уже пахает полным ходом. Молодец. Строительство уже у него было 3, по-моему, если не ошибаюсь. Уже до 5 прокачал. Ну, тут быстро докачает это. Вот, я даже рад, что такого взял себе персонажа. Дополнительный строитель, который воевать, ну, никак не будет. Никоим образом. Будет только строить. Вот. Да будет свет, сказал Кристиан. Так. Окей. Давайте-ка мы еще немножечко покопаем. Вот это вот тоже нам понадобится очень много металла. А, как там, Кристиан, я знаю, что ты очень хочешь срочно сделать. Ты хочешь срочно сделать, немедленно принести материалы вот сюда. Хочешь срочно сделать эту печку. Я уверен в этом. И теперь немедленно... Что? Расчистить? Плавильня? Постройка? Расчистить? Странно. Блин, еще одна крыса появилась. Но надо плавильню сделать обязательно. Так. Дальше за железом идет, да? Да. Ух. А, Левина-то за что? Левина за что? Класс. О, да, ребятки. Ну, мне нравится. Мне нравится охотник с миниганом, с машинганом. Ой, кусок дома у меня, по-моему, поломал. Ну, бывает, бывает. Давайте сейчас вернем обратно стеночку. Так, пожар, может, потушите первым делом, нет? Так, Кристиан... Все пошли спать. Портер Вайс чинит. Так, Портер проснулся. Геральт Левин. А где Кристиан у нас спит? Я что-то... За кровать. За Вайс. Так. Орион полностью исцелилась. Это хорошо. Там у меня опять пожары. Кстати, давайте мы назначим теперь нормальную домашнюю зону.
чтобы нас пожары не донимали. Это мы тоже сделаем домашние зоны. Хотя, с другой стороны, нам это не надо. Ну, пусть будет. Вот это пусть будет домашней зоной. Хорошо. Хорошо. Чтобы мы начинали тушить пожары, как только вот даже вот как-нибудь вот так вот сделаем. Окей, тоже. Дело сделано. Еще одно. Так, турельки некоторые окружили. Далеко до этих бежать, видимо, да, поэтому пока что их никто так и не сделал. Так, мы, Кристиан, точнее не мы, а Кристиан заканчивает с плавильней. Во-первых, давайте мы посмотрим. Так, ребятки. О, хорошо. Дело идет. Корабль пролетает рядом. Сельскохозяйственный торговец. В принципе, Антон, давай-ка мы, может, попробуем продать немного дерева. Хотя, с другой стороны, деньги. Зачем мне деньги? Так, давайте мы задание. Извлечь металл из мусора. Приостановить, сделать, продолжить, приостановить, сделать, повторять бесконечно. В принципе, не вижу как бы никаких причин. Но давайте мы для начала сделаем радиус немного поменьше. Я вот так вот сейчас настройки, радиус, ну, чтобы... Так. Ага. Радиус куда-то пропадает, я его не вижу. Ладно, неважно. Я надеюсь, что они будут подбирать ближайший металлолом, а потом уже будут идти за тем, который где-то дальше. Так. Никто не хочет Waters. Немедленно принести материалы для стенки. Отлично. Так, кто там у нас... промышленный торговец. У промышленного торговца можно купить немного металла. Но, с другой стороны, нам... Я бы не сказал, что это прямо нужно. Так, а, кстати, вот здесь у меня тоже проводки нету. Давайте мы сейчас подведем. Подведем как-нибудь. Вот так. Вот так. Хорошо. Они хорошо вдвоем работают. Так, вот это можно выключить пока что. Энергии у меня хватает. Уже не хватает энергии. Да. В принципе, можно пока что отключить все турели. Вот таким образом. Очень хорошо и быстро отключаются все турели. Двойным кликом мы выделили все и отключили все полностью. И генераторы сразу начинают интенсивно заряжаться. Но раз такая пьянка пошла, то нам понадобится еще больше... Генераторы, говорю, аккумуляторы. Еще больше аккумуляторов. И мне кажется, было бы хорошей идеей поставить аккумуляторы... Хотя, в принципе... Можно попробовать. Вместо столов я бы поставил бы даже им аккумуляторы. В каждую комнату, пусть в каждом домике, точнее, пусть у меня будет аккумулятор. Просто если бомбанет у меня там комнатка, да, где стоят 4 аккумулятора, то мы не останемся без энергии. Кстати, вот сюда вот тоже можно поставить. Сюда даже... Нет, сюда только один. И то, по-моему, сюда... Не знаю, донесут, не донесут. Так, хорошо, все. Хорошо. Фух, живем. Живем. Разобрались наконец-то. Даже строим уже оборону. Очень хорошо. Так, почему ты не выключился? А, это новая, наверное, уже, да? Которую новую построили, поэтому она еще не выключилась. Наверное. Так, вот эти вот мелкие провода бы доделать как-то. Но, видимо, пока никто не хочет. Давайте посмотрим, кто у нас ремеслом. Никто не занимается. Давайте посмотрим, кто из наших ребят. По-моему, Орион как раз вполне хорошо там крафтила. Ремесло 5. 8. 8. О, Орион, да. 8. Так. Ну, пусть она возьмет пушечку, принесет на базу. Все, я думаю, можно даже скорость включить побольше. Так. И немедленно перерабатывать плавильню. Взяла кусок металлолома и пошла перерабатывать. Отлично.
Да, ну и мы ей поставим ремесло тоже на единичку пока что. Пока некого вербовать, да, поэтому будет... По-моему, кстати, мы можем уже, по-моему, делать... Ага, мяса нету. Нету мяса, это... Ну, не то чтобы проблема, но это неприятность. Неприятность. Давайте пока мы это остановим. И приготовить вкусное блюдо. Сделать до 35, до, ну, не знаю, до 20. Пусть на этом столе будет как-то так. И это я к чему? К тому, что надо пойти охотиться дальше. Ну, Waters, давайте мы ей дадим все-таки, наверное, что-нибудь... Может, гранатомет ей дать для охоты? Я даже не знаю. Так. Возьми-ка ты, наверное, все-таки снайперку, я не знаю. И иди охоться. Иди охоться. У нас там есть... Хотя, в принципе, можно было взять и миниган и пойти охотиться на этих... на муфала. На муфала. Но. Так. А, ну смотрите, их тут на самом деле очень много, поэтому... Не вижу никаких проблем, чтобы не охотиться на них. Так, хорошо, и мы даже здесь уже многое поразбирали. Еще осталось совсем немного... Покинул зону связи торговец какой-то. Осталось совсем немного... Кто-то без дела? Кто, Антон? А, ну да, Антон без дела, потому что мясо закончилось. Так. Чем мы можем Антона тогда занять? Антон, чем ты вообще можешь заниматься, если не готовить? Общение, кулинария 16 у него уже, блин, вообще шикарно. А, он строительством может заняться, как раз отлично. А, Антон, иди пока тогда на стройку, что ли. Ну вот, на двоечку пусть будет, да, и все. Оп, и пошел строить сразу, молодец. Молодец, отлично, мне нравится такой расклад. Все, все работают, все пахают, просто уже не в себя. Осталось только мясо раздобыть. Может быть, тогда кого-то еще назначить на охоту? Давайте посмотрим, кто у нас еще хочет поохотиться. Так, это у нас навык стрельбы, да? Геральт нет. Шейн, в принципе, Шейрон. О, боже мой, не знаю. Шейрон. Шейрон у нас хочет, я уверен, хочет потренироваться в стрельбе и начать охотиться. Вот, это ему явно понравится, я уверен. Более чем. Блин, тут пожары такие. Ну, тут вечно пожары, поэтому неважно. У него тоже снайперка есть, пусть тренируется, конечно. Это будет полезно. Так, минометы. Вот эти минометы, ребята, мне многие пишут, разбери ты наконец-то минометы. Просто так их разобрать нельзя. То есть вот так вот, да, взять и разобрать их нельзя. Их можно только уничтожить. Их можно уничтожить, прийти и постреляв по ним. Тогда они взорвутся, и мне кажется, что ресурсов с них все равно я не получу. Но тут я не знаю, может, когда они взорвутся. Ну да, в принципе, турели взрываются, и части ресурсов остаются. Это когда у нас... После минометного взрыва взрывается турель, то там все уничтожается в радиусе взрыва, да, и ничего вообще не остается. То в принципе, может быть это и дело, да. Давайте мы вот отправим кого-нибудь. Возьми, я не знаю, ну я, по-моему, кто-то должен быть Геральт Портер. Портер, ты хочешь пойти и уничтожить миномет? Хотя бы вот этот вот один, допустим, я не знаю. А, это еще и зажигательный получается, да? Что там пишут? Большая вспышка на солнце, ничего интересного не пишут.
Вообще ни о чем такое. А, ну остаются ресурсы, смотрите, да? В принципе, 50-75, неплохо. Неплохо. А ну-ка давай в муфало. Не, это... Это несерьезное оружие, мне не нравится. О боже мой, да добей ты уже его. Сколько у меня жизни? Ого. А, он еще и горит. Бедняга. Мне его даже немного жалко. Так, портер, теперь возьми и... Не могу нести, нет места для хранения. Так, неужели мы там все камнем завалили? Да, мы все завалили все камнем, хотя мы можем переработать... А почему? А, я, блин, ёлки-палки, я думаю, почему мясо закончилось? Потому что мы отменили разделывание, ну, мы перестроили стол, и, соответственно, мы уже не... Соответственно, да, мясо мы не разделываем. Приказ сбился, когда мы стол перестроили. Так, я еще хочу, наверное, разобрать вот эту вот штуковину. Нафиг не нужна. И вот эту вот штуковину тоже нафиг не нужна. Столы пусть пока будут, остальные. Так, вспышка на солнце закончилась, свет появился. Хорошо. Еще пару турелей у нас готовы, да? Давайте мы их тоже отключим пока что на время. Да, все, все хорошо. Мы даже заканчиваем строительство всего этого безобразия уже. Так, а металл? Орион пошла спать, я не знаю, сейчас будет ли она работать или не будет. Так, похоже, они собираются устроить осаду колонии. Давненько на нас никто не нападал, целую серию. Но, как всегда, в конце серии кто-то должен на нас напасть, обязательно. Но я зато вижу тело в силовой броне, два тела, три тела в силовой броне, четыре тела в силовой броне. Но осада это не так уж и плохо, поэтому да, я с удовольствием сейчас... закончу серию, как всегда, на самом интересном месте, как говорится, да, и в следующей серии мы продолжим, это уже осада посерьезнее, ну, не, а может, не посерьезнее, осады, они такие себе, в принципе, сами по себе не очень, довольно легко отбиваются, я бы сказал, но тут сложность в том, что многие ребята, вон, в силовой броне. Хотя, с другой стороны, силовая броня 35 поглощение урона дает, а плащ, рубашка и 31. То есть всего лишь на 4% сильнее, поэтому не так уж это и круто. А ходить они медленнее начинают. Но в любом случае, дела у нас идут пока что, я думаю, хорошо. Следующая серия, последняя, не будет уже. Я уже за это не особо переживаю, как вот было там в прошлой, по-моему, да, серии, когда действительно была серьезная у нас, штурм серьезный, когда был. О, я, кстати, вот искал вот эту вот кнопочку, потому что меня немножко раздражают вот эти подсветка складов. Вот этой кнопочкой можно выключать их. Очень удобно. Так, но мне кажется, что нужно... Не, сейчас, в принципе, ничего не нужно, потому что первым делом нужно отбить атаку, а потом уже разбираться со всеми складами, с мясом и со всеми делами. Хорошо, ребят, все, на этом я серию заканчиваю. Всем спасибо за просмотр, всем пока и увидимся в следующей серии.